Всем доброе утро, с вами, как всегда, я. И, собственно, мы проходим. Тут четвертый сезон организовался. Я думаю, что мы уже могём побегать где-нибудь. Вот. Что тут, кстати, я, видите, пропустил даже. Я думаю просто побегать в зачарованном лесу. И для того, чтобы этот бег удался, я думаю, что мне нужно опять надеть эту маску. Вот, пока мы ждем Хантера, я думаю, что можно побегать, можно пособирать что-нибудь. Не будет все круто, потому что навряд ли в зачарованный лес никто не идет, да? То есть, типа, ты один такой. Нет, я думаю, что так. Да, вот, все, группа собралась. Мы даже не подождали 3 секунд, она уже готова. Поэтому все круто. Выдался у меня, короче говоря, выходной. Я не знаю, попробую записать. Возможно, вот тут вообще не обещаю. Возможно, даже запишу какую-нибудь серию Старика. Вот. Не факт, что прохождение, но там типа совместку или еще что-нибудь в этом духе. Если вам понравятся, конечно, такие вещи. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, друзья мои. Вот. Вылетели все вместе. На разных кораблях, на планетку. И сейчас будем зачищать. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, мне нужны патроны, на самом деле, на мой инвентарь. Ребят, там все пока загружается. Мы тем временем бежим. Бежим дальше. Неуязвимая мразь, я понял. Вот так, надеюсь, тебе хватит. Замечательно. Можно дальше открывать. И сектор зачищаем. Ребята крутые, у них лук с хорошей обилкой. Не то, что у меня тут, я думаю, они будут проходить прям качественно. Очень не знаю, зачем я сейчас начал убивать его с меча, потому что меч в идеале надо было оставить на последних боссов. Ну, что есть, то есть. Ладно, бежим дальше, смотрим, что там впереди. Что есть, чего нет. Убиваем рыцарей. Получаем возможность отбить последнюю обилочку. Блин, я в стене появился, обидно. Надо запомнить все-таки не прыгать. Все-таки не прыгать. Оп, нас перенесли. Моего босика. Этот босик не очень-то сильный, судя по тому, что я вижу. Хотя они все, на самом деле, не очень-то прям пишут там сильно. Но чем дальше, тем будет жестче. Просто у этого, видите, хпшечки не очень много. Ну, крутенько. Присоединились к союзникам, и вот теперь вот начинается жара. Нас легко убить, все дела. Скоро мы не сможем вообще никого убивать нормально.
очень много центурионов здесь, я вам скажу, друзья мои. Очень много. Один такое ощущение, что вообще где-то здесь. Вот долетишь или не долетишь, вот вопрос, да? Не долетишь. Круто. Так я еще не лошил. Но меня воскресили, ладно. Оп, энграм за новый уровень. По сути, постоянно получаем новые уровни. От этого никуда не деться. Идем дальше. Я думаю, в следующего босса я просто ультану. Ну, потому что могу, как бы, да? Действует быстро. Гем-то круто. Вот этот неуязвимый страж. Нас перемещает. Станет меня нехороший человек. Так. Надо доваливать босса. Молодцы, мы его довалили. Ничего нам за это не дали, но мы переместились дальше. И еще дальше, и еще, и еще, и еще. Во-первых, кто сюда переместился. Теперь у нас действует истощение. Истощение — это медленное восстановление здоровья. Ну, вы помните, да? То есть все дебафы продолжают накладываться так, как накладывались. Угу. По полсотни плюшечек за раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Главное дальше не пройти. Это будет не очень хорошо. Где-то еще был один раб, я так помню. Что-то очень много здесь рабов, я вам скажу, друзья. Пока они там зачищают, я пройдусь дальше. Открою нам сразу дорогу. Бамс, упали. Очень удобно этих мелких зачищать, потому что они взрываются, чё б нет-то, да? Так, осталось буквально пару полпроцента. И нас переместит. Все, нас перемещают. Круто. Здоровяк, 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 здоровяк. Бам. Давайте вставайте в эту хрень. Восстановление здоровья прям в тему, да.
О, какой у меня прикольный сейчас лук был. Мне прям понравился. Оп, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Мне тут без всяких этих. Окей, да? Воскрешаем, спасаем чувака, да. А, молодцы. Следующий уровень. Так, заземление. Вот мне интересно, мы дойдем ли до следующего. Скорее всего, да, и даже дойдем через один. Все зависит от того, будем ли мы лошить. Тебя прошел настолько быстро, что наши... враги даже не успели появиться, по сути. Так, основную нашу проблему я, собственно, убил. И мы после этого можем идти на выход сразу же. Скорее всего, я не допрыгну так далеко. И вот я уже вижу, как мне не очень хватает урона. Но мы фактически сразу зато можем идти и дальше. Благо, для них достаточно просто пробежаться. Да, незаряженным оружием, конечно, лучше не стрелять. Осталось убить буквально двух-трех чуваков и все. Замечательно, переносимся. Ай-я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 й. Здесь-то смысл восстанавливать, ребят. Здесь смысла в этом нету. Сейчас как мы получим люлей, конечно. Ускоряем. Отлично. Так, я надеюсь, что мы успеем пройти еще одного босса, и последнего нам дадут просто так. Надеюсь. Хочется в это верить. Золотые горы нам здесь обещают, конечно же. Опять мы получаем шмоточки.
довольно хорошего, кстати говоря, качества. Нас, правда, убивает все равно. Ну ладно, надеюсь, меня воскресят, ребята. Да, меня воскресили. Замечательно. Супер. Дверь открываем. Пока никого нет, вот там они все. Не лучшая была идея. Так. 62%. Там какой-то прям чувачело. Там жестенький такой. За него нам, кстати, много дали. Вот этого бессмертного мы никак не убьем. Я вам гарантирую. Круто. Игрок разрешает игрока дезертир. Мне нравится это. Ах ты ж мразь, вот он все время, когда я ему какую-нибудь фигню делаю, он уходит из-под меня. Как он так уворачивается? То есть вот куда мне надо ему попадать, чтобы было норм? Так. В принципе, можем немножко долбануть по нему. Я думаю, он будет не против. Так, получили некоторое количество. Ауч, больно. Да чтоб тебя. Дезинтеграция леса через 20 секунд. Не, мы не успеем, короче, ребят, простите. Опять дальше этого дерьма мы не зайдем. Так. Я, конечно, стараюсь, но... Да, не, нам все-таки дают последний шанс, да? Опять замедление плюс стекло, замечательно. Это последний раз, и нам здесь нельзя умирать. Ладно. Попробуем показать все, на что мы там способны или не способны. И это будет жестко, я вам скажу. Так. Хотя больше здесь никого просто нету. Шестая ветвь. Кто не дооткрыл дверь? Ну как немножко сбоку получился.
Так. Мои напарники, мои напарники. О, это будет жестко. Ребята там еще двоих таких нашли. А нам как-то их убивать, да? То есть, ну вы понимаете. А умирать при этом, сука, нельзя. У кого-то из них есть меньше хп. Ладно, минус один. Суперсилу точно лучше оставить на босса. Да не рискуй, чувак. Сначала надо убить. Если мы их не убьем. Но здесь надо уже просто поаккуратничать. То есть, ну... Они прям на грани наших способностей, типа того. Не смогут, типа, легко выносить. Но при этом мы, считаете, на первом же уровне фактически. Я опять где-то слышу большого чувака, кстати говоря. Вон он. Так, я чуть сейчас не умер. Все, нас переносит. Кто же там будет на шестом уровне? А по-моему, ты, кстати, последний раз и был. Почти полностью влил, что мог. Продолжаем аккуратничать. Я как дамажил его по 800 хп, так и дамажу. Вон сюда, ладно, косарик входит иногда. Ну, правильно ворочайте его, давайте, да. Оу. Но сейчас ты получишь свои люли. Он попытался в меня сейчас попасть, что ли? Вот он, гад, да. Дезинтеграция неминуема. Ну, то есть, как бы, да, мы слишком долго находимся в лесу. Бежим. Не стоило того, чтобы так делать, конечно, но пофиг вообще на самом деле. Я, короче, чисто агрюс на босса. Ай, меня убили. Не сделали, больно. Вот сейчас опасненько, опасненько. Надо босса валить. Хорош, чувак, хорош. Что же мы получаем? Мы получаем кучу всякого говна. Раздробленную душу. Ох. Хорош. Хорошо прошлись, ребят. Хорошо. Мне прям понравилось. И есть ли у меня улучшение? Да, есть. Побежденные кошмары. Отлично.
Можем улучшить. Теперь следующий. Уничтожайте кошмар в зачарованном лесу с надетой маской, усопших, чтобы разблокировать отбой убийства прицельным выстрелом, включает восстановление здоровья. Круто, круто. В принципе, мне понравилось. Можно, я думаю, пройти еще раз. Так. Оценка стражи, давайте, оценивайте меня, вас, себя, всех, давай. Чё, кого? Состав боевой группы просто один такой. Я один в поле воин. На самом деле, если ты один, то ты хрен два зачистишь эту фигню. Ну, нет, можно, конечно, но будет довольно сложно. Хотя, опять же, вопрос в оружии. То есть, если у тебя есть какой-то убер, пушки, которые даются там для 550 уровня, наверное, ты его зачистишь вообще в изичи, но... У меня таких, к сожалению, нет. У меня пока только на 500 уровень пушечки. Поэтому ждем, наверимся и верим. Я лечу на орбите этой планеты, ребята же летят где-то вдалеке. О, прикольно. Прикольный кораблик. Странный, я бы даже сказал, немножко. Немножечко странно. Зачарованный лес орёт. И один чувак у нас вот только-только подключился. Да погоди ты, вон там он. Чувачева последний, он еще не загрузился. О, сразу ты. Мы ж только начали, дружище. От него надо бежать. Бежать. Его нельзя убить. Просто бегите. Бегите и надейтесь, что мы от него сможем убежать. Потому что вот его нельзя убить, он неуязвим. Благо, ребята это тоже быстро поняли. Нормуль, нормуль, пока идем. Хорошо. Не, конечно, врываться в такие толпы не очень гениальная идея, но... Чего нет-то, пока можешь... Так, нам надо буквально одного убить. Ну, двух, ладно. Короче, я подожду, пока это сделают ребята. Потому что я... Я парю! Колдун вообще изичный у нас, я смотрю. Его прям ребята сносят, мама не горюй. Воу, там чувак, ему фактически все хп ваншотом сносит. Кто-то и такой, черт. Подобрать не успел, черт. Не, успел, смотрите-ка. Так, делаем вывод, что нам нужно стоять все-таки в этой хрени. Не как у нас с Хантером было.
Рабогоблины, рабогоблины, блины, блины, блины. Ура, суперсила доступна. В следующем ультану. Так, открываем. Пока ребята открыли, я выбираю, короче, персонажа, выбираю мою способность и прокачиваю дальше. Есть такая возможность. О да, с нами есть Хантер, но другой Хантер. И он хорош. Чётенько запустил по всем ним. Вот это самая тема. Собаки, пушки. То, что тебя даже не успеет достать, но ты их убьешь. Побольше бы такого дерьма, честно говоря. Оу! Чё-то когда ты лоханулся, это не очень круто. Давай, чувак, воскрешай меня, я воскрешу чувака. И бежим от седого. Бежим, 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 бежим. Так, надо на выход. Благо, он за нами не может подняться сюда. Чёртов кошмар. Ненавижу этого кошмара, честно говоря. Отстаньте. Так, круто. Супер, нас перенесло. И ульти! Насколько это возможно. Круто. Хотя бы сколько-то у нее отняли. Так, здесь две сферки, сука, больно. Отлично. Даже успел сферу света подобрать. Суперски. Демоны, которые не убиваются с ближнего боя, прикольно. Кстати, вот начали давать нам патроны фиолетовые. Почему-то с Хантом нам так не везло, тут прям дают и дают. Так, отлично. Быстро зачистим, быстро все будет круто. Так, главное на кошмара не наткнуться. Так, ну он вроде кем-то занят, поэтому... Тем паче, что мы начали убивать... О, вот две ульты сошлись в одной, вообще изично получилось. Вот сейчас шикарненько, шикарненько. Это было самое быстрое убийство, наверное.
Все вместе долбанули просто. Курица погладил, лол. Ладно. И готово, пойдем. Кто-то рыбачит, кто-то пернатого друга гладит. Каждому свое. Так, песики. 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 Не, Хантер прям огонь. Мне прям нравится. Прям четенько пускает свои стрелы. Мне бульт на следующего накопить, было бы вообще изи. Особенно если вокруг там будет полно народу, то они все вместе, считай, будут дамажиться. Ой, я упал немножко. Я чуть не умер, на самом деле. Но не умер. Это главное. Так. Надо до конца этой ветви идти. И защищать все. Проблема в том, что они теперь не убиваются с первого моего выстрела. И не убиваются с... даже не первого выстрела, ладно. Оп. Хорош, хорош, вообще хорош. Еще и восстановили. Все, вот этот последний будет. Отлично. Жалко, конечно, он ультанул сейчас в него, но, блин. Что поделать-то? А, он накопил еще одну, вообще шикос тогда. На, получай люлей. Ой-ой-ой, меня прям заперли, я даже прыгнуть не мог. Бежим. Надо потихоньку этих мразей мелких убивать. Так, а здесь еще где-нибудь сферки бросились, интересно? Ох! Патрончики! Интересно, до какого уровня мы сможем здесь дойти? То есть, ну вот... Ну не, стопудово опять шестой будет. Навряд ли дальше. Стопы, взрывающиеся собаки. Что? Фига, он ваншотнул. Рили? Лол. Надо быстрее бежать. Да забей ты на него, чувак. Че он тебе? А, у него снайперская винтовка, вот поэтому он так шарашит. Вот эта мразь нас может поубивать. Причем довольно жестенько. Еще и от гранатик моих уклоняться. Вообще мразовато, конечно. Ладно.
Так, ты обычный рыцарь. Тебя можно убить. Воу-воу-воу. Че это было? Ультуем, потому что мы ультуем. Так, ну с этим будет посложнее, потому что он жирный. Буйство у нас там подрубилось, я смотрю. Ой, отстань. Я воскресил чувака, чувак воскрешает меня, тут всем, всем больно. И тут как бы у чувака не особо большие варианты нас воскресить. Не в таком, по крайней мере, количестве собак. Так, песики, ну-ка идите вы нафиг. Ладно. Не успел подобрать фиолетовые снаряды. Но зато ульта у меня есть. Так, дошли мы до 6-го, по-моему. Может быть, нам светит дойти до 7-го? Ну-ка. Мне это прям интересно. Ну, судя по тому, как нас шатают здесь сейчас, не думаю, что мы, конечно, дойдем до 7-го. Возрождайся, что ты стоишь-то. Вариантов-то не очень много, да? Я сейчас чуть не улетел, конечно. Ой. Не, ну благо лук есть, с луком все проще, конечно, но... Они еще и тэпаются, рили. Оп-оп-оп-оп-оп. Большой взрыв. 66% зачищено. Эй, почему я в тебя не попал? Странно, ну ладно. Хватит бегать, друзья мои. Воу!
Подосрал он нам, конечно, подосрал. Уф, жестко. Колдуна нафиг, он какой-то прям вообще печальный. Правда, он второго призвал, ну ладно. Благо нам все еще выпадают. Патрончики. Я, конечно, не так много урона наношу, но, блин. Хотя бы сколько-то. Нам пробежаться, на самом деле. Чё мои патрончики отшвыриваешь потенциально? Ай, больно. Так, 11 патронов, да? И не попал такой, типа, да? Да, я это сделал. У нас с ним очень хорошая комбо получается, когда мы вдвоем, ну, типа, делаем сетку и эту. По центру ходить нельзя. Ох, еле успел. Круто. Мне понравилось. Прикольно. Побегали. Сколько мне там осталось убить? Еще 4. Ну, считай, 2 прохождения, то есть, да, и ты проходишь всю вот эту локацию. Очень прикольно, мне нравится. Так, мы вдвоем остались, да? Ага, смерти. У меня дохрена смертей было. Так. Сейчас эскейпнемся с этой патики и зайдем на землю, думаю. Да, эскейпнемся. Так, сюда. Пункт назначения странник. Я что-то точно потерял. И плюс надо еще отследить и все. Учитывая, что можно за раз набрать 6 этих штучек, плюс еще доп-контракты выполняя. И, блин, я забыл взять доп-контракты. Фак. Вот. А мы можем довольно неплохо соорудить все дело это. Ну, возможно, даже какие-то плюшки получить. Ну, опять долго грузимся. Давай, дружи, давай, 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 давай. Лети. Просто лети. Летим куда-то вдаль на маленьком желтом корабле. Так. Ну, я надеюсь, что все будет окей, и мы сможем, не знаю, посмотреть там. Там, ну, к примеру, у нас там 240 штук уже. Ну, конечно, кого я обманываю. Сколько там забегов потребуется. Ну, в принципе, учитывая, что за час мы примерно фармим 12 этих фигней. Ну, это довольно жестко, на самом деле.
Фига, этот инграм пропустил, мама моя. Есть, есть, есть. Готово, готово, готово. Приходите в любое время. Ладно, с красками мы там подождем. Все товары продаются. Взгляни. Вот, криптафор расшифровал сложные инграммы, используя их в мощное снаряжение. Отлично. Отлично. Ничего из этого мне не дали, конечно же. Так. Ну, пыли у меня как не было, так и нет. Я вот думаю, вот эту фигню попробовать получить. Покупку фестиваля сопших. Вот мне нужно... А, две... Твою налево. Уничтожение падших, убийство электрической энергии. Налеты. Ой, фиг я, короче, получу эту фигню, по ходу дела. Поэтому можно забить и не париться вообще. Ладно. Заходи, ладно, еще, ладно. Страж. Так. То, что у тебя, это понятно. Там это вот здесь, вот, да? А, ну да, я инграм уже получил. Это только он может открыть инграм. Возможно, тебя интересует обмен? Да, я был бы не против. О! О, да, лук 510 уровня, рили. Круто, круто, круто. Вот в чем суть загадки. Невозможно предугадать, что тебе предстоит найти. Так, ну как там, кстати, увеличивает точность стрельбы, увеличивает удобство оружия, стабильность. Что ж, Варлок, какие неизведанные тайны ты принесла старому криптарху? Так. Подчас дешифровка способна разбить тебе сердце. Ну, там ядра абсолютно нужны. Абсолют у нас, по сути, нет. Ладно, окей, так, повышает точность эргономичная рукоятка, взрывной наконечник. Вот, круто, они еще и взрываются. Наконец, вот этого я, по сути, ждал. Этого я, по сути, ждал. Типа, прикольно выглядит, что ли? Ни ну, слова так, о тьме. Да, ничего такое. Не желаю иметь с этим ничего общего. Ладно, с этим разберемся. Мне, в принципе, пока нравится все, что у меня есть. Так, ладно. А это чем круто? Ой, ну, типа под мантию этой. Не знаю, мне она не нравится, например. А, ладно, ладно. Высшая сонастроенность. Шанс получить мощную высшую награмму за уничтожение сильных врагов и завершение матча в Горниле. Ну ладно, чего нет-то. Эта ладно, ребят, всем, представляет собой всем надо узнать, что же мы получим, когда доберемся до... Блин, ну мне единственное, мне не очень нравится, как у нее штаны выглядят сзади. То есть, ну вот, спереди форма еще более-менее прикольно выглядит, но вот сзади... сзади это как будто на тебе курдюк висит. Или что-то в этом духе. Ладно, бежим. Бежим, нам нужно срочно добраться до нашей милашки, которая нам... Что-то выдавала, по-моему. Ты же нам выдавала. Это же ты. Привет. Да. Так, и что у нее что стоит? Ну, понятно, маски у нее дешманские. Стоят они, типа, относительно что-то кого-то. Корабли тоже понятно. Там что-то было... А, 120 он стоит, 600-й. В принципе, на масочку я успею, думаю, накопить. Я просто хочу, типа, вот эту... маску. Она, конечно, убогая, но прикольная.
Тоже можно там и прокачать на эсперизм, прочее, прочее, прочее. Да, их все, короче, можно прокачивать, по ходу дела. Так, а тут получается, что выполняете ежедневные контракты фестиваля усопших во время мероприятия, выполнив этот ежедневный контракт, вы выполните часть задания катализатора бойцовый лев. Почувствуй вселенную. Или что там еще? Короче, нифига не понял, ну ладно. В общем, всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам, как всегда, понравилось. Всем удачи. Пока-пока. Увидимся, возможно, в следующих сериях. Необходим ключ от танцевальной вечеринки. Почему у меня нет ключа от танцевальной вечеринки? Я тоже хочу танцевать. Ладно. Свидимся еще. А пока все. На сегодня, по крайней мере. Красота.